My skin's a little older, the grave is getting closer. These days are feeling colder, my road longer than you know. Burning in my soul, I gotta get a move on, it's time to sing a new song. I'll fail, I'll fall in love again. I'll heal, I'll hurt, I won't give in. Piece by piece, I'll try to mend. I'll start again. Start again. I'll start again. Start again. Everything I own is turning into stone. I'm leaving it behind me. The road can keep winding. My past will not define me, and I will keep fighting. Out of darkness, no matter where I'm starting, won't be a dead man walking. The first step's the hardest, and I know I'll fail, I'll fall in love again. I'll heal, I'll hurt, I won't give in. Piece by piece, I'll try to mend. I'll stop. Find within, the end is where I can begin to start again. I'll fail, I'll fall in love again. I'll heal, I'll hurt, I won't give in. Piece by piece, I'll try to mend. I'll start. It's unbelievable. Ever since I was a child, I got voltage in my mind, kind of mysterious. I've been stepping out of line when I didn't even try. They said I'm difficult. Так, ну что ж, ребята, здравствуйте. Вы на канале Shadow Game, и сегодня необычный формат. Ребят, хотел летсплей записать, но думаю, лучше провести, наверное, даже трансляцию по такой вот игре Tekken 8. Ребят, эта демка вышла 21 декабря 2023 года. Хотел записать, но думаю, легче даже и провести трансляцию, поделиться каким-то мнением. Вот, время сейчас утром, все еще спят, наверное. Вот, необычно в это время вещать. Вот, ребят, все вроде как обычно. Давайте чекнем демку. Для любителей летсплеев, я думаю, посмотрят записи, что в ней имеется, что в ней вообще есть. В этой замечательной демо-версии Tekken 8, он выйдет в следующем году. Ну, прямо-таки вот скоро, поэтому для всех, ребят, для всех абсолютно, есть такая возможность чекнуть Tekken 8. Мое отношение к Tekken, в принципе, положительное. И играл в детстве, и вот как с женой играли в Tekken 7, вместе друг против друга, потом дрались геймпадами уже, ну вот. Было прикольно, неплохие персонажи, гостевые персонажи тоже очень клевые, вполне себе. Вспомнить одного только Нигана из «Ходящих мертвецов», или какого-то там чувака из Final Fantasy, которые божили, прям реально божили. Вот. Короче, думаю, что давайте заходить. Да, ребят, подключил геймпад. Давненько такого не было на стриме, потому что обычно я мышь-клава, вот, чем-то таким пользуюсь. Если не получится сейчас геймпада поиграть, то, может быть, на клаве чекнем.
Там говорят, вроде как первая глава будет, и какими-то персонажами все равно мы можем поиграть. Давайте, кто, ребят, в записи посмотрит, вам говорю, завозите свои лайкосики, царские лайкосики. Вот, ну, давайте начинать, наверное. Так, чая. Так. Давайте музыку пока приостановлю. Тут своя, наверное, музыка будет. Так. Надеюсь, меня было слышно. У меня что-то убавлено так жестко. Короче, Tekken 8. Вот Tekken 7 напрашивается сказать по привычке. Наверное, какая-то у меня привычка все-таки есть. Так, и включаем геймпад. Так. В Steam я, ребята, для всех. Для всех. Абсолютно для всех. Блин, я подключил контроллер и вижу то, что пишут, контроллеры не поддерживаются. Ну, я поиграю на клаве, если не поддерживаются. Хотя это какой-то гон. На самом деле, в такой-то игре, наверное, должен все-таки геймпад поддерживаться. Может, это просто демка, поэтому не хотят включать контроллеры. Дуф пишет, я еще сплю, а ты уже стримишь. Ну, я сегодня с позаранку Tekken, а потом, может быть, и ДБД подстримим. Дуф, привет, лайкосик завози. Никого нет еще, все спят еще. Ребят, спите, спите, отдыхайте, отдыхайте. Суббота, утро, все должны спать. Можете в записи это посмотреть. Не знаю, что вообще получится даже. Вот, так, темные экраны, восьмерка крутится. Так, что-то появилось. Друзья, вы спите, потом в ДБД поиграем вместе. Все будет хорошо. Вот. Но я решил все-таки все равно чекнуть эту игру в любом случае. Ну и можно записать как бы это дело. Так, демо-версия позволяет ознакомиться с игрой. Согласен. Логично. Обратите внимание, что отдельные особенности игры могут различаться в демо-версии и в полной версии. Согласен. Если геймпады не будут работать, это жесть. Также учтите, что сохраненные данные, созданные в демо-версии, не будут перенесены в полную версию. Ну ладно. В данной версии игры вы можете столкнуться с ошибками и недочетами. Ну давайте сталкиваться с ними. Я нажал, кстати, на джойстик и пам. Сработало. Так, посмотрим, ребята. Tekken Project презентует Unreal Engine. И остальные невероятные вещи. Студии. Так. Говорят на казахском. Так. Смотрите. Катана. Говорит, я тебе сейчас ударю. Он говорит, нет, я... Пока все, блок и первый удар, вау. Но после такого первого удара уже не выживают. Искры, молнии, камни летят. Им бы на стройку. Так, ураганы, блин, ну, красиво, красиво, друзья. Так. У него глаз загорелся, он терминатор, по-любому. Давай. Вау. Воу. Камбуха. Музончик. Полетел, полетел. Вау. Вау. Сейф такая, восьмерка, да? Вау. Ну, какие-то мужчины передрались. Вполне себе. Там теперь сейчас найдется тот, кто, блин, не знает, кто такой там Казуля, еще Казуля какой-нибудь. Но, ребят, я не для этого играю в файтинг. Файтинг, вот единственное для меня Mortal Kombat. Я еще как-то более-менее проникался в сюжету и
пытался более или менее наигрывать там какие-то, пробовать комбо делать, еще что-то. Но здесь же, ну, Тейкен для меня это просто потыкать. Вот как-то было вот так. И для моей собственной жены то же самое. Так, я согласен с политикой конфиденциальности, да. Вы также можете использовать клавиши Enter Escape на клавиатуре и левую кнопку и правую кнопку мыши для подтверждения отмены, соответственно. Окей. Но я пока что все жму здесь. Настройки контроллера. Давайте глянем. Одновременно можете подключить до 4 контроллеров. X-input, D-input, DualSense. Если подключить больше контроллеров, не все из них будут отображены. 4 геймпада можно подключить. Окей. Дуф пишет, когда совместно стоим с женой. Блин, это меня уже давно спрашивают, но жена что-то как-то отказывается от стоимов. Хотя, блин, ну, она то... Вот было такое, она то махнет, пройдет у меня на стоимах, то что-нибудь помашет вам. Вот, но как-то вот она... Не хотит, не хотит. Все вот обещает на новогодние праздники и говорит, что надо со мной в что-то поиграть. Какую-то на двоих что-нибудь вот найти. Может быть, я и на данный момент сейчас я найду что-то на двоих. Она говорит, хочу поиграть с тобой. Вот Rayman Legends мы проходили. Mortal Kombat играли, в Tekken мы с ней играли. Ну, блин, вот на двоих нам что-то надо найти, и было бы классно. Ну, не знаю, тут вроде все по умолчанию. Может, просто подтвердить и выйти? Ну, сохранить текущий, но я ничего не менял. Настройка клавы. Мне надо, наверное, далее. Фазмофобия. Фазмофобия. Не, я имею в виду, чтобы на одном экране мы играли, было бы вот это клево. Так, а результат теста 296. Ну, это, наверное, мой IQ, скорее всего. Настройки, графики и другие параметры будут изменены для обеспечения максимальной производительности во время матча. Ну, не знаю, ребята, вообще я смотрел рекомендованные требования, там на минималке 10-50 даже подойдет, поэтому я как бы, я не знаю. Так. Так. Сейчас, секундочку, ребята. Как-то тут тихо. Хоть бы музычку какую-нибудь поставили. Я вот свою выключил. Вот такое. Так. Что-нибудь на двоих на одном экране было бы классно. Артемка, привет. Так, что у нас тут? Игра автоматически сохраняется. Отображаются данные игры. И это значок подключения к сети. Все. Ладно, поехали дальше. Сюжетка есть, аркада, игрок против ИИ. А вот и музыка, вот что мне не хватало там. Есть магазин, игра не в сети, игра в сети. Пока еще ничего здесь недоступно, ребята. Любопытно. Так, вот мужчину, как нам показывают со всех сторон. Ух. Ну, давайте, наверное, сразу в сюжет. Артемка, почему ты думал, что ты... Почему ты такое пишешь? Так, давайте сюжет начнем, наверное. Хотя, у меня вот есть такая идея. Зайти в настройки. А там сказали, что-то все поменяется. Давайте посмотрим, на что поменялось-то. AMD FSR включилось, зачем? Вертикалка. Качество прорисовки, все высокое. А вот это меня интересует, зачем это? Может просто DLSS качество поставить? Как бы... Хотя что-то, смотрите, у него... лицо что-то забаговалось, как-то у него какие-то помехи. Артемка! Зачем ты дерешься? Я тебе говорил, нельзя драться. Вот играть в игре только можно драться, ребят. Ну не знаю, тут как... По любасу надо что-то тестить, наверное. Вот это бы стоял, да? Ну-ка. Ну ладно.
не буду придираться ни к чему это. Давайте сюжет, купите полную версию здесь. Нет, мы пока покупать не будем, мы просто чекнем, что здесь. Используйте новую функцию Tekken 8 «Особый стиль», чтобы с легкостью выполнять особые приемы и комбо. Это для меня. Даже играя за персонажа впервые, вы можете смело идти в бой, не заучивая сложные комбинации. Вот, в одной руке геймпад, в другой кальян, и как бы отдыхаете, сидите, и все тупо топ. Нажмите LB, чтобы включить или выключить особый стиль. Рекомендую использовать эту функцию, пока вы не привыкнете к управлению в Tekken. LB, где у нас LB? А, вот я могу листать. Так, нажмите H, чтобы активировать Hit Engineer, идеально подходящий для игры в нападении. Если функция Hit уже активирована, за Hit Dash будет использоваться автоматически. Так, тут как бы обучение, но начальные приемы. Включить особый стиль. Да, хочу, чтобы было включено. Узнайте из серии коротких роликов, как развивалась история семьи Мисима до событий Tekken 7. Так, ну тут рекомендуют. Давайте нажмем. Давайте. Дуф не просто лучший повар гречки, это абсолютно во всем лучший повар, друзья. Краткое содержание тейкенов есть. Ну давайте, наверное, на тейкене 7 остановимся и как бы восьмую перетечем. Давайте так. Давайте воспроизведем. Тейкен 7. Так. Хэйхати, заменивший пропавшего Дзина на посту Мисима. Он показывал свой железный кулак людям в городе, прямо на площади. Так, нашли Дзина, спасли его. Ребята какие-то с модными прическами. Они отсиживались, но спутник выстрелил в небоскреб. Так. И тут столкнулись деда убили, по-моему. Более молодой самец. Но уничтожив Дзайбацу Мисима, Кадзуи отправился завоевывать весь мир. Любопытно. Хэйхати мертв, так что остановить Кадзую можем только мы. Ну, может, втроем сзади на него напасть, и будет классно. В моих венах течет кровь дьявола. Вау. Так. Вот, ребята, вот не деритесь, играйте в игры лучше, вот. Так, ну и, короче, надо остановить Кадзую, как я понял. Мы все поняли. Можно нам сюжет теперь попробовать-то. Выберите не самый лучший режим, чтобы не запариться. Чекнуть, показать вам Гарфон, саму игру. Давайте так. Геймпад у меня в руках, все. Сейчас все будет, ребят. Сейчас все будет путем. Так, вот, Артем, никогда не дерись. Вот играй в игры. Дома сиди и... Глаз у тебя, если там очень болит, есть такое средство народное, бодяга называется, в аптеке купи, сходи. Это проверено лично мной. Так, столкновение жестоких звезд. Блин, красивое название, глава 1. Ребят, ну фильм смотрю. Какая-то русская компания, выпускающая фильмы, кстати, вот так. Центр партнершип, по-моему. У них вот такая заставка в начале. Так, это армия повстанцев в воздушном судне летят своем. Так. Очень лютые доспехи. Командующий Ларис, мы начинаем операцию «Молния».
Так. Хайкати Мисима бесследно исчез полгода назад. У нас наконец-то появился шанс. Да. Сегодня порождение зла будет уничтожено. Ну, в таком-то костюме, я думаю, да. Теперь все зависит от него. То есть от кого? Кто-то уже бежит. А, едет. Дин Кодзима. Давай, ты можешь. Так. А вот этот, как я понял, захватывает весь мир, сидя в вертолете. Ну чё, пацаны, аниме? Ну, так оно обычно и бывает, когда едешь на мотоцикле. Так. Я смотрел «Крепкий орешек 4», там было похоже, там Брюс Уиллис машиной вертолет сбил. Так, 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 так. То есть, упал с вертолета, ничего. Чего тебе от меня надо? Кадзуя. Мисима. Мисима ему надо. Пока ты жив, мир не обретет покой. Что за чушь? Это ты начал войну? Да. Лишь для того, чтобы избавиться от дьявольской корови. Ну? Ты готов отвергнуть собственную природу? Ну-ка. Ты дурак, Дин Кодзима. Ну зачем обзываться? Молчать. Вау, так. Файт. Пока не очень получается. Так, ну, а вот уже кое-что. Так, я раздавлю тебя. Смотрите, пошла жара. Давай, давай, давай. Нормально, нормально. Жесть, вау. Вау, так. Ну мы надавали ему. Ракета упала, ядерная. Умри. Уклонение, наказание. Что-нибудь давай. Наказал. Так. Раунд 2. Так сказать. И далее, какая крутая атака. Слушай, графика ничего такая. Воу. Ага. Он тоже не стоит на месте, друзья. Но я его ломаю полностью. Надеюсь, я вам ничего не закрываю, вроде нет. Своей вебкой там. Так. Ты хоть понимаешь, сколько жизней ты принес в жертву? Воу. Да. Я должен искупить свою вину. Вау, в моих венах течет кровь дьявола. Я тебя уничтожу. Суку. Это, извините, это я уже от себя. Загрузка была, немного притормозила. Но говорили, что будет небольшие тормоза. Я убью тебя и положу этому конец. Ну-ка. Раунд 3, файт. Неплохое начало. Так, у меня крылья вырастет. Я вдохновлен просто. Ах ты, пёс. Вау, у меня что-то из глаз полетело. Воу, воу, воу. Вот это, говорит, не подключайте геймпад. Отправляйся в ад, я чуть позже присоединюсь к тебе. Фигачим Кодзую, джином. Вау. Все, у меня рейдж пошел какой-то.
лютой. Так. Прощайся с жизнью. И тремя машинами. Любопытно, друзья. Ты прогораешь. Пес. Ну-ка. Так, полетели. Минус небоскреб. Ну, я думаю, еще один надо ломать. Да, да. Воу-воу-воу-воу. Ну, как будто, не знаю, Супермен дается с Зодом. Так, у всех крылья. Ох, он демоном стал. Так. Ну, вот теперь битва будет. Пора окончать эту комедию. Все. Это была комедия, друзья. Так, по мне попали. О, он начал жестить. Так, комбо давай. Попал по мне. Идеалы без силы ничего не стоят. Спокойно. Нападаем. Как тебе фильм? Да ничего такое. О жизни. О жизни фильм. Надеюсь, ребят, меня слышно, потому что я не смотрел настройки звука. Так, 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 так. А, кстати, я могу посмотреть настройки звука? В общей громкости я немного подубавлю, чтобы вам так это не било. Она сохранилась? Да. Чуть убавлю. Или даже, наверное, вот так. Вот. Все вроде слышно. Не, верно. Так, и... Давай! Вот это фильм... Фильм о войне, о любви и о крыльях, которые вырастают из людей. А чё меня бьют-то так? Давай! Пора его мутузить-то, блин. А может, мне проиграть надо? Вот, меня убили. Юз? А, нет. Нет, я должен выиграть. Так, ща. Ща, пацаны, ща. Нечестно, у меня уже жизни меньше. Ща я тут. Ща я тут. Ща. Он в бок ушел. Но это ничего, я сейчас... Ща, пацаны. Давай, камбулями. Сжимай, лоха. Вот так вот. И дали как могу. Даже если придется пожертвовать всем. Пожертвовать моими пальцами. Геймпад сейчас сломается, по-моему. Жму на все кнопки, друзья. Слабак. Меня обозвали опять. Слабак, дурак, ну сколько можно? Знай свое место. Так. Что-то меня начали сбивать, и молнии полетели. Ну и фильм, да. И это все, на что способна моя кровь в твоих жилах. Пока я жив, смертям не будет числа. Все в шоке. О нет. Мама, я все еще не могу никого спасти. Сын маминой подруги. О, Коталькан из Mortal Kombat был. Твоя сила сломила тебя. Жалкое зрелище. Да, действительно жалко. Твое упорство. Что-то там. Все было впустую.
Ну дайте мне порулить-то. Вот это да. Вот это да, друзья. Так, и это уже другой фильм по, подводников, наверное. К-19, скорее всего. Автономный отряд сил Союза наций, подводный авианосец класса Guardian. Так, так. Адмирал, мы потеряли несколько кварталов. Мы получили приказ атаковать. Пустая трата времени, отставить. Рейвен, сейчас твоя главная задача — помочь выжившим. Переживает. Так, модный костюм. Проклятый дьявол, вот он и показал свое истинное лицо. Чувак из Голодных игр как будто бы прилетел к нам. Так, вот. Я обращаюсь ко всему человечеству. Вы, люди, слишком долго полагались на свое оружие. Ваш вид вырудился, вы стали безвольными слабаками. Новогоднее поздравление. Так. Вашим миром правят жалкие слюнтяи, которые никогда не умели сражаться. Сколько можно слепо следовать правилам и законам, придуманным этими трусами? Раскройте глаза, глупые людишки. Ну пипец. Я изменю абсурдные правила, которые подчиняются мир. Так, третий глаз набрал силу. Вау. Мы потеряли связь с отрядами. Спутники сбивают один за другим. В моем новом мире будет дозволено лишь тем... Кому? Кто докажет свое боевое мастерство. Понятно. И поэтому я объявляю об открытии турнира «Король Железного Кулака». Вот так, приходите, если думаете, что вы достаточно сильны. Проложите путь к вершине своими кулаками. Знайте, проигравших ждет смерть, и их стороны погибнут вместе с ними. Жесткие правила. Смелее, люди, спустите псов войны. Вообще. Так, Буль-Буль. Что дальше? Кажется, я проиграл. Да, есть такое. Ну, немного, ну, кажется. Я не позволю тебе завладеть мной. И я не такой, как он. Так. Не такой. Вот это приход, да, вот это нормальная тема. Жесткий приход какой-то. Да. Дзин. Дзин, послушай меня. Стиль Кадзамы. Да. Мама. Мама пришла. 10 тысяч лье под водой. Так. Ну. Продюсер Bandai Namco Entertainment Incorporated. Studios Tekken Project. Наверное, все, конец игры. Ждем Tekken 9. Так. Кацуширо Харада. Гейм-директор, продюсер, директор. Ребята, сами видите на экране.
Я согласен, Дуф, я согласен по поводу вот, да, чувака, у него же действительно лата на руках, вот он, железный кулак. Но это как бы читерство, наверное. Он неплохо сражался, но почему-то синий черт его одолел. Начал там вот эти читы юзать, какую-то магию. Ну, такое. Так, ну это настоящая хроника, друзья. Вот. Все на реальных событиях. А в Японии так каждый день. Небоскреб построили, снесли. Вот, G-Corp. Сами видите, что происходит. Стреляют из пулеметов. Серьезный дамаг миру. Черт, короче, да, какой-то черт. Ну, я думаю, стоит покупать такую игру уже, потому что как бы в какой еще игре ты можешь надавать чертям? В любой. Вот. Так, вот он. Он, смотрите, но он это какой-то фиолетовый, он напоминает мне Джина из Аладдина. Такой синеватый такой цвет. Не знаю почему, но ладно. Продюсер Масаи Накамура. Tekken 8, друзья. Благодарим за игру в демоверсии. Вы хотите продолжить играть? Вы можете продолжить играть в полной версии. В полной версии Tekken 8 будет доступно 32 персонажа, ребят, и дополнительные игровые режимы. Это самый масштабный проект в серии Tekken. Перейти на покупку полной версии нет, а потому что ее еще нет, как бы, так что... Так, поехали. Так, главу 1 мы осилили. Это столкновение жестоких звезд. Ну, смотрите, ну эти ребята, правда, звезды были. Есть аркадный режим, игрок против игрока, игрок против ИИ. Кстати, игрок против игрока, он с женой мы, наверное, сегодня будем играть. Почему бы нет? Дум, таких чертей столько, что не пересчитаешь. Наверное, в Дум надо сходить поиграть тоже, да. У меня, кстати, установлен Дум. Вот. Ну ладно, давайте пощелкаем еще режимы. Для тех ребят, кто зайдет, и нет смысла будет скачать там, не знаю, сколько весит эта демка, наверное, гигов 50. Вот, и, ну, честно, не помню, ну, немало. Вот, и хотя бы просто чекнут какими-то комментариями. Блин, может, для кого-то это что-то откроет для себя. Может, кто-то скажет, вау, ну, надо делать предзаказ, и это тупо топ. О, аркадный режим, смотрите. О, типичный, как будто Роблокс зашел. Только Гарфан получше. Tekken 8, вот как. Здесь всегда можно увидеть улыбки и услышать щелканье кнопок. Так. И слова потеряли свою ценность, ведь один совместный матч может быть важнее десятка разговоров. Да, это точно. И сейчас свой след в истории хочет оставить еще один игрок. Это, наверное, Sonic Fox. А, нет, он в Mortal Kombat. Так. Открывший для себя мир Tekken. Это ваша история, друзья. Это ваша история. Аркадный режим, вот что он представляет из себя. Какой-то мультфильм. И... Бит, а почему ты один? Нам что, 100 лет ждать твоего друга? Ладно, сам поищу, а вы пока идите без меня. Макс говорит. Хорошо, увидимся на месте. Вот знаете, я включаю канал Карусель, и вот иногда вот, ну, пролистываешь канал, и вот там такое показывает, ну. Так, ну и где же ты? Мистер Макс? Я не понял, а где перекачанные мужики? Не знаю. Йоу, ты где? Тут такая толпа. Как же нам найти друг друга? Давай так, скажи, что на тебе сегодня надето, и я тебя разыщу. Вот это тейкен. Вот это тейкен, который мы заслужили, ребят. Так. Так. Наверное, это создание персонажа. Ребята. Что такое? Вау. Открытое меню пропустить.
Нет? Это кто такой? Вот ты где. Пошел контент 0+, да, есть такой. Я уже начал думать, ты не пойдешь. Да как я могу не пойти? А это такой зумерок прям. Блин, сердце бьется как сумасшедшее. Воздух буквально искрит электричеством. Напоминаю, Tekken 8, ребят. Такое ощущение, что мы ждали этого целую вечность, чтобы зайти в аркаду. Меня аж трясет при одной мысли о том, что мы сможем поиграть в нее. Я помню, есть тут свободные автоматы. Да, сейчас, ребята, расскажу, если не забуду. Короче, да, наконец-то мы поиграем в Tekken 8, да. Вот это да. Погоди, тебе что, не приходилось раньше играть в Tekken? Ни в какую часть? Короче, были такие автоматы с Tekken, я помню. Я и с Бартом ходил, позже у нас, знаете как было? Жили в таком комплексе пятиэтаж, так вот рядом они стоят, и в одном был магазин продуктовый, там два даже продуктовых, и в одном стоял как раз таки автомат с Tekken'ом, я не помню какой, но это самый-самый старый такой. Давай пойдем обучение, наверное. Блин, вот раньше там стояли, что-то нажимали. А кто знает, вдруг сейчас влетит огромный перекачанный мужик и начнет арм... Вообще, здесь все может быть. Здесь все может быть, ребята. Я боюсь даже нажимать на обучение, но... Макс, ну ничего. Меня же не просто так называют спецом по Tekken. В моем любимом зале. Я тебе сейчас все покажу, я расскажу. Вау! Джин и Пауль. Арена Якушима. И вынь сухим. Так, ладно, окей, окей. Загрузочка. Next battle. Так. Обучение боям в Tekken 8. Основные элементы управления и правила. Так, джойстик. Показывает, чем он будет бить. Левый, правый. Да, ногой, рукой. Так, окей. Проведите атаку. Класс, вот и все. Теперь попробуй другие кнопки. Давай, на все жмем. Там, пам. Каждой кнопке атаки соответствует одной из конечностей. То есть, левая. Левая. Правая. Правая. Не наврали, правда. Есть такое. На, получи. Отлично, давай попробуем ввести несколько важных команд, которые ты будешь часто использовать. Кстати, я вам точно ничего не загораживаю своей вебкой, это прекрасной. Сейчас опять всех. Вот тут какие-то цифры идут. 999. Это, наверное, мое терпение, не? Так, давайте использовать команды. Сейчас сделаем. Ну, подтвердить. Когда нажимает сразу много кнопок, нажимай их в ритм. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты же нажимаешь не ту кнопку, да, я такой. Так. Погоди. Вот это. Да. А, сразу не та кнопка. Так, так, так. Не. Мне все время не ту кнопку пишут, ну окей. Вот я сделал. Так, а я какую жму кнопку-то? А, о, нормально. Ты по ошибке нажимаешь вот это. Не, я вот.
Диагональная команда также весьма полезна в бою. Важно помнить, что стрелку и кнопку надо нажимать одновременно. Ну... А, вот, есть такая. Эти приемы также часто используются в бою. Тебе нужно нажать белую стрелку и удерживать черную. Постарайся делать как можно скорее вперед. Давай. На. Тупо на. Вот, для меня обучение закончено. Используя эту атаку, пока... Ага. Исход поединка в Tekken зависит от запаса здоровья. Свое здоровье не теряем, ага. Понял. Понял. Попробуй заблокировать атаку. Окей. Все. Блок. Ага, понял. Понял. Я еще и отвечать? А, я не могу ответить. Ага, понял. Ах ты. Отличное блокирование. Меня малой какой-то учит, да? Ребят, да вы меня всегда на стримах учите. Приходит какой-нибудь из школы молодой человек и учит меня как мансить от маньяка, там еще что-нибудь. Так что здесь малой меня подучивает. Меня с куфа. Я знаю, о чем ты думаешь, если ты будешь постоянно стоять, блокировать и все, то ты не проиграешь, верно? Нет, неверно. Но есть одна небольшая проблема, точнее даже две. Низкие атаки и борский бокс стоя не защищает. Дай мне защищить-то. Вау. Угу. Ну, я буду сидеть. Отлично. Замечательно. Хорошо, совсем неплохо. Невероятно. Отличная работа. Уи. Теперь ты знаешь основы управления. Давай взглянем на боевую систему. Может, не надо, малой. Обучение боям. Давай. А сейчас я расскажу об очень важной боевой системе под названием Хит. Ща, малой, ща, 5 сек. Я гляну кое-что. Ага. Пригласить. Кстати, я могу приглашать вас в игру. Удивительно. Так, а сейчас я расскажу под названием хит. Давай, давай. Видишь еще одну шкалу возле здоровья. Это таймер хит. Когда появляется таймер хит, можно активировать состояние хит. Логично. Каждый раунд начинается в этом состоянии. Нажимайте кнопки. Дай шанс этому приему. Так, РБ. Состояние хит успешно активировано. Видишь, таймер теперь выглядит по-другому. Да, он ужасно выглядит. Состояние хит твой герой сильнее. Вау. Но оно длится ограниченное время, поэтому не стоит привыкать к этой силе. Состояние хит закончится, когда время истечет. Его можно использовать только один раз за раунд, поэтому важно правильно выбрать момент. Окей. В состоянии хит можно вот так вот бить, друзья. Неплохо. Да, это твой хит смеш. Это мощный прием, и он необходим, чтобы набирать очки. Спасибо, малой. Хит смеш мощный прием, так что ты выйдешь из состояния хит сразу после его использования. Ну, зато отнимешь много жизни, да? Хит смеш не единственное преимущество, но хит. В этом состоянии все приемы наносят урон при блоке. Урон ты можешь наносить, если даже в блоке. Короче, надо атаковать и... Воздушная комбо. А, я понял. Короче, надо сначала, типа, замутить комбуху. Понял тебя. Да блин. Че? А, понял, понял. Че? Сейчас сделаем. Да. Да. Давай. Найс. Короче, сносит вообще жесть. У каждого своего персонажа есть свои.
приема, ты закончил все обучение, теперь выбирай персонажа и давай разваливай кабины, короче. Неплохо, неплохо, друзья. Интересно, а могу ли я вот с вами, допустим, поиграть? Тот, кто вот человек скачал, и я сейчас с вами сыграну. Или я могу сейчас поиграть, вот, типа, там, жена с работы приходит, и я такой, ну, давай сыгранем, и, короче, как-то так. Мы можем вдвоем поиграть или против искусственного интеллекта. Наверное, сетевого не будет. Так. Тут пацан советует, что агрессировать надо. Чуть не забыл. Есть турнир, на который приглашают только самых знаменитых игроков. Так. Тут Арути или Блейд решили подраться. Победитель турнира получит на следующий турнир. Короче, это не заканчивающаяся история. Ударил, отбежал. Есть такая, да, да. Это лучшая тактика в жизни, я думаю. Рэдди. Так. Ребята фигачат. Нам показывают, как кто-то дерется. Классно. Как ребята жмут кнопочки. А и Блейд, по-моему, побеждает. Какой наут. Итак, нашим новым чемпионом становится Арути. Арути? А, вот то Арути. У соперника не было и шанса. Вот Блейд плачет. Арути, как прокомментируешь свой успех сегодня? Это лучший. Моя единственная цель — стать чемпионом мира. И я сокрушу любого, кто будет стоять на моем пути к вершине. У меня аж мурашки. Я хочу от него детей. Эй, ты в курсе, что гонги уже можно поиграть в Tekken 8? Гонконги, наверное. Серьезно? Но раз турнир закончился, пора заглянуть туда. Поймать было лишнее. Когда я говорю? Я такого не говорю. Это у них, наверное, что-то. Точно, давай тогда вернемся в гонки и попробуем эту новую игру. Давай. Вау. Гонка открыта. Джойстик не жмется. А, вот, нормально. Я ничего такого не говорю, ребята, да вы что? Я не могу. Задание от мистера Макса. Гонка. У этой небольшой аркады собираются начинающие игроки. Но это как я. Тут самый на ринге, когда победил. А, это, да это он, да. Это они могут ляпать все что угодно. По чутким руководством Макса бойцы сражаются друг с другом и делятся опытом. Ну давайте делиться опытом еще и с другими ребятами. Так, сейчас, секундочку. Господи, боже мой, что у меня тут. Кажется, сегодня наконец вышла новая версия Tekken 8. Вау! Вышла демка, ребята. Цените. Так, заходим. Кстати, это прям, знаете, подарок от разработчиков на Новый год. Ребята могут потусить хотя бы вот в аркадах, да. Я, если бы был, ну, помоложе, мне кажется, мне вообще бы эту башню снесло. Я вам серьезно. О, ты здесь, Макс. Когда я пояснял на японском. Игра только вышла, Мари, говорит Максу. Ух, как я обожаю споры сразу после релиза о том, какой персонаж самый сильный. Все такое новое, непривычное. За какого персонажа сыграть? Давай, Макс, дерись с Мари. Без джойстиков. Скорее, давайте уже играть. Скажи, когда начнешь. Я расскажу тебе, какие приемы лучше использовать за этого персонажа. Меня же не просто так называют спецом по Tekken. Так, поздоровайтесь с Максом. Вау, ребята, вообще имба, все. Ребят. Ставлю полоску на это донатную. Будем собирать на эту игру, серьезно вам говорю. Так, тут смотрите, тут и ночлежка для детей, ёпта. Так, Tekken Player, смотрите, тут у них даже косметика, да, есть. Бля, зумерки-то какие, причесочки-то какие у всех. Все красятся уже с малолетства. Так. Тут вот. Вот в такой я играл Tekken. Может кто знает, вот этот вот парень, который.
постоянно выигрывает. Tekken 3, может, это? Наверное, Tekken 3 мы играли. Так, можно поговорить, но я еще хочу побородить. Sims по-новому. Слушай, в натуре Sims. Блин, точно. Короче, как будто в Sims мне дали сделать клуб, короче, компьютерный. Ну, игровой пускай, пофиг. Все залипают, он чел. В чё они играют? О, это я знаю, игру. Это в космосе там отбиваться, да-да-да. А это что-то какая-то... Кавиусская дюна какая-то. Ну да, тут разнообразно. Пойдем домой. Тебя батя с матерью разыскивают, ёпта. Ой, ладно. Давай, мистер Макс, давай. Отлично, тогда за дело. За дело его. Выбери персонажа, за которого хочешь сражаться. Ну а теперь бросай мне вызов. Бросай мне, блядь, вызов, если посмеешь. Мистеру Максу. Так, я вставил жетон. А, левая, правая. Какую выберешь ты? Ёптая мать. Это большая игра вообще. Выбери позицию персонажа в начале боя. Новичкам советую занимать левую сторону. Вообще была такая теория в файтингах. Кто слева, тот и побеждает. Не знаю почему, но именно если вот без шуток отбросить все, то слева надо быть. Не знаю почему. Да не ищут они его, в Tekken рубятся его родаки. Реклама Твикса в натуре. Какую выберешь ты? Не, ну я, естественно, выберу левую. Ладно, еще одна шутка пришла в голову, но не буду шутить, она какая-то политическая. Если вы не уверены, доверьтесь интуиции и выберите персонажа, который вам нравится. Джин, но мы только Джина мы играли, по-моему, да? Стиль боя карате, гражданство Япония, вес 87, на рост 183. Надо еще 4 килограмма скинуть, чтобы быть топ. Пауль, стиль боя, универсальный боевой стиль на основе дзюдо. У него еще есть веревка, наверное, он будет душить всех. США, гражданство, ну, в США он живет. 187, вес 95, ну, толстяк. Так, это рандом. Казуя, боевое карате стиля Мисима. Так, гражданство нет, был отказ от японского гражданства. Он не признает все эти дела. Рост 181, вес 85. С этого стрима можно взять нарезки моментов, стоим сверху. Да это, блин, они меня смешат. Они, ну ты посмотри, вот надо мной, вот этот Макс, который, блин, и... Вот это все происходящее, вот этот клуб из Симса, такое. О, я помню, играл в Tekken 7 за Нину. Она была типа наемная убийца или кто-то такая. Стиль боя, техника убийства, гражданство Ирландия. Алкашка. Ну, это стереотип, ребята, извините. Рост 168, вес 56 килограмма. Так, ну, самого тяжелого, наверное, возьму. Я еще тяжелее. Сталкеры, привет! Вау, я в последний раз играл в 6-й Tekken. Я вот в 7-й катал, но 8-я, ребята, 8-я удивляет. Лайкосик, ребята, завозите. Так, Пау против Пау. Так вот вышло. Зеркальный бой. Арена Якушима. Когда доступна активация хит, обучение? Зачем мне обучение? Я и проходил. Я проходил обучение. Отменить обучение, да. Мне не надо обучение. Попробует команду. Меня он заучил уже, этот чел. Басковый. Блин, Басковый. Реально в натуре. Басковый. Выучив что-то новое, нужно тут же применить это на практике. Давай. Давай сразимся прямо сейчас, а попробуешь систему хит. Ладно, давай. Асука, блин. Асука, Макс играет.
А в смысле? А мне не дают за вот эту Асуку поиграть-то? В смысле? Так. Умный в бою не пойдет. Умный стену порвет. Ваня, здорово. Не сдерживайся. Когда такое говорит женщина, надо сдерживаться. Давайте попробуем хит сразу. А вот и хит. А вот тебе еще хит. Так, не очень рекомендуемые приемы. Но Макс лучше играет, он задает, он сам говорил. Давай, давай, Ваня, здорово. О-о-о-о. Так, Асука. Осуждаю, да, осуждаю. Давай, поехали. Вот это да. Что-то у Макса проблемы. Я вот новичок, а он типа второй дан, говорит, там я крутой спец, а что-то как-то так себе. О, нормально. Впечатляет. Он нам показывает, как у него. Какая у него куртка блатная. Всего, о, бонус за победу, бонус за агрессивную игру, все. Тупо порвали Макса. Но у него другой вообще персонаж, который не выбирается. Это любопытно. Макс пишет, активируй хит и используй хит смеш. Это кратчайший путь к победе. Обязательно попробуй сделать так в бою. А, да, забыл представить моей банде. Это та самая команда, благодаря которой Гонг стал популярным. И типа, все-таки ты теперь в рядах фанатов Тейкен. Да, согласен, я в рядах. На массе вытянул, да это вообще какой-то кошмар был. Так, это бит. Игра просто огонь. Особенно мне нравятся сильные приемы. Ну, было на что посмотреть. Чтобы было. Так, кстати, ты обычно за кого играешь? Привет, я Прим. Мне очень нравится в Тейкен. Можно настроить внешний вид персонажа. Я только ради этого здесь. С помощью персонализации ты можешь показать другим свои чувства. По-моему, это уже победа. Привет, я Ник. Я Ник. Удачи тебе, надумаешь податься, зови. В игре или так? Хе-хе, еще один лопух к нам пожаловал. Хорошая возможность легко заработать очков рейтинга. Я часто бываю в Гонге, сюда приходят фанаты Тейкен. Будешь тут, найди меня, сразимся. Какие записи? Вы чё, какие записи? О, здорово. Лайкосик жми. Sims 5, да, это Sims 5, ребята. Смотрите, здесь и Прим, который любит украшать людей, когда они спят. Я вот это вот не могу, вообще какой-то кошмар. Оливер, Хао, Бит, заработай первый дан. Бит. Надо, короче, знаете кого бить? Полюбасу ее. В хорошем смысле, потому что она только персонализацией занимается. И у нее, короче, она сейчас такое... Пойду проходить Тарсталкер. Хост, удачи тебе. Ты там не стримишь, я к тебе зайду потом. Манну тебе накину. Так. Какой записи, блядь? Чё там пишете, чтобы народ разошелся? Так. На массе вытянул. Сейчас, короче, вот эту бьем. Давай поговорим с ней, типа, нормально. Я всегда играю дольше, если мой персонаж круто одет. Надо же показать всем, какой у меня крутой прикид. Вот, я на это и надеялся, как бы. Ура, спасибо, тебе точно понравится мой наряд. Вспомнилась одна песенка. Наверное, песенка, которую исполнял Сюткин. Нет? 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 Не она? Так. Лили. Оу. Ну, слушайте, сколько персонажей. Тут обещали 32 персонажа. Я зашел, я вообще не знал, в записи или нет. Понял тебя. Стоим, ребята, стоим. Хотелось заценить. Так. Хорошо одета. Давай. Слушай, она все блокирует. Видели, она стукнула с трех? Давай. Воу. На. Он ее за волосы схватил, видели? Вот это да. Ты чё, офигел, меня бить.
Потрясающе! Потрясающе кинул через пердак! Не, ребята, это вообще, это атас, конечно. Не, это тупо топ. Ребят, она даже на калькуляторе пойдет. Ну что у вас? Вы скажете, у вас хуже 10-50 карта? Ребята, это тупо топ. Давай. Все, она в полицию улетела. Нормальная тема. Классный был матч, друзья. Да, это было жестко. Алсела, здорово, ребята. Я понял, почему тут не фаталити детишки, ведь, ну, блин, уж фаталити жалко тут нету. Было бы классно. Я просто люблю Mortal Kombat, там, да, это я люблю. Так, ранг помогает определить, насколько сильны другие игроки, друзья. Ребята, лайкосики завозите, кто зашел. Выиграв несколько боев, ты получишь повышение, а достигни более высокого ранга, чтобы все окружающие знали о твоем мастерстве. Чтобы все вот на стриме знают, какой я мастер. Бить женщин. Для каждого персонажа ранг повышается отдельно. Понял. Любопытно. Следуй сюжетной линии. Время от времени после победы над другим игроком или повышения ранга ты будешь видеть значок восклицательный. Типа, чё? Хуя. Он означает, что открыт следующий этап сюжета. Поговори с игроком с восклицательным знаком, чтобы пойти дальше по сюжету. Для сюжета будет использован твой персонаж наивысшего ранга. Ладно, спасибо. А у Селос дела пойдут. Вон сидим, чилим, кнопочки жмем. Сам как? Чё новенького? Сделал три фаталити, зашел в тейкинг, поиграл, вышел. Ну, аркадный режим меня снес, ребят. Просто мне даже сюжет отошел куда-то в какой-то далеко-далеко. Но это было круто или очень круто? Да, Прим, спасибо огромное. Я знаю, кого бить. Так, тебе пришлось потрудиться, чтобы достичь повышения. Поздравляю, ранг отражает твой уровень мастерства. Так, ну что, потихоньку осваиваешь хит-смеш? Да ты как меня загреб этим хит-смешем, чувак. Тогда к следующему этапу. Давай. Давай, я жду. Воздушный комбо с хитсмеш. Да мы его уже тренировались, он меня загонял. Алселс пишет, тоже пойдет так. Алселс, хорошо. А чё, как у тебя? Чё интересненького? Готов к Новому году? Ребята, новогоднее настроение имеется? Я могу сейчас... Сейчас я новогоднее настроение создам, погоди. Во! Гирлянда, ребят. Включил гирлянда. Пойдите по нему этим хитсмеш. Он сам напрашивается, блядь. Наружу наглое, блядь, в кепке. Пес в шляпе. Алсус пишет, конечно, готов. Ну, там уже все. Продукты куплены, и койка готова на месте. У меня уже, да, он все в холодильничке. Уже сходили, все купили, там нарезки, колбасы, сыры, все дела. Так, пропустить обучение, да не. Тейкен без воздушных комбо это вообще не тейкен. Вообще не то. Не забывай об этих тренировках, когда будешь сражаться в зале игровых автоматов. Я бы вас тут всех, блядь. Перебил бы. Так, отображение рекомендуемых приемов будет отображаться во время боя. А, спасибо большое. Так, теперь кому? Дать по жопе. Вот знаете, в Угу, наверное, самые забитые. То есть, вот это она тут, ну, мы уже ее побили. Вот, наверное, вот этого. Привет! О, ты хочешь подраться? Давай, а то я стою тут и втыкаю выбор персонажа. Ну, очкарик какой-то. Ну, все, сейчас. Ну, приступим. Давай, приступим, давай. Давай. A new challenger. Так, сейчас всех побьем. Последняя фраза. Фрэнк, о, Фрэнк, ничего себе. Вот это он втыкал в персонаж. А мне теперь, кроме Пау, никого не дают выбрать, бля. Печально, грустно. Но мне сказали, чтобы дан поднимать. Так, два фэпоса.
Но в демке сказали, такое будет. Я Рыбаков демку вспоминаю, там, господи, вообще оптимизации шейдеров не завезли. Давай! Туди! Так, меня он нагибает. Очкарик! Очкарик задают оказался! Так. Задает что-то в защиту ушел. Хорош. Прикольная игрушка. Классная игрушка, ребята. Бесплатно. Демка, демка, ребята. Это же демка. Это чё? Не, так на геймпаде понажимать, это, конечно, имба. Да ты чё вообще, что я пошалел, блин? Туда его. Заблочил, гнида. Давай, давай, давай. Активируй рейдж, давай. Не, горит, все отлично и так. Дуф пишет, свет вырубили. А, моргает свет, бывает, бывает. Ох. Вот это я жал. Игрушка прикольная, ребят. Демка для всех доступная. Скачивайте, играйте. Можно с кем-то поиграть. До 4 геймпадов. До 4 геймпадов написано, можно подключить. Блин. Все, я сегодня буду драться с женой. В хорошем смысле. Вечерком, наверное. То забирает, то возвращает свету. Но это ужасно. Так, Нео признал, а ты отлично даешься, пожалуй, я на сегодня все, пора возвращаться к работе. А, он работает где-то. Смотри, как он, смотри, унизил, унизил, лоха. Сиди, бля. Вот, вот так вот, вот так вот. Плачет, плачет. Как обычно в Dead by Day. Ну, разве что недолго, у меня уже почти получилось сделать новый комбо. А, ну окей. Так. А, Марко, Пола. Так. Оливье, Ник, Ник. Ну, мне кажется, это какой-то жесткий. Обид такой веселый. Хао. Кто еще есть? А, Джеромаю. Джеромаю я никогда не победю. Так. Да я шучу, мне кажется, они все одинаковые. Давай Ника, он какой-то слишком жесткий. Можем сыграть пару партий, если у тебя есть время. Драться с женой, а потом зайти в теген? Да, да, то есть, зачем нам, зачем нам какие-то игры, чтобы мне драться с женой. Так, сейчас, ребят, водички попью, а то у меня ник, я на него смотрю, и мне что-то аж в горле пересохло, так сказать. Фирменную кружку забыл, сука. Так. Хе-хе, это будет легкая победа. О, не обращай внимания. Сейчас я тебе устрою, чувак. Стив. Играет ник за Стива. Окей, второй дан. Мы тоже второй дан сейчас возьмем, если победим Стива. Матч на повышение. Ставки в доната, ребят. Используй его. Давай. Да. Мы просто его уничтожаем тупо. Перфект. Вот это да, ребята. Так, мне нужна вот эта комбинация. Я не успел, я не попал, блин. Зажимаем, зажимаем, вот так. Че он там говорил, легко меня будет, да, убить? Ща я его. Хорош, на перфекте, вау. $30. Блин, да меня могут и скалкой какой-нибудь прибить так-то вообще. Я-то просто буду джойстиком отмахиваться. А меня будут бить всем подряд, ребят. Не знаю, на кого вы ставите. Но как-то так. Так, вернуться в аркадный режим.
Второй дан у Пола. Пола Бола. Приятно за него играть, на самом деле. Кажется, надо было удариться в полную силу. Мне кажется, знаете, я хожу по клубу и порчу всем настроение, а у меня, наоборот, настроение повышается. Потому что я избиваю детей тут. Ну, в хорошем смысле. Так, ты так быстро повышаешь ранг. Кстати, у меня кое-что есть для тебя. Наверное, что-нибудь о хит-смеш поговорить. Я хочу попробовать свои силы на турнире. Понимаешь, турниры — это куда прикольнее, выгоднее, много денег. Ты много рекламы зарабатываешь. Ник, подожди, ты как-то... Так ты тоже участвуешь в турнире? Только помни, что турнир — это совсем другое дело. Расслабь плечи. Поверь совету профессионала. Два раза в сухую мне проиграл профессионал. Ты наверняка нервничаешь? Нет. В первую очередь постарайся повеселиться. Я только веселиться сюда пришел. Поздоровайся с Максом. Не хочу, он мне надоел. Он какой-то душный, мне кажется. Вот я подойду к битве, он такой веселый, на позитиве. Кружится. Что-то у него с вестибулярным аппаратом. Как же классно, когда получается стильный прием, понимаешь меня, да? Йоу. После такого даже проиграть не стыдно. Но у него уже, как бы сказать, на проигрыш замашки. Все, я сейчас его... Ты у меня в небо улетишь. Давай, попробуй. Давай. А New Challenger. Сейчас, ребят, смотрите, это разнос. Джек 8, я помню эту. Это какой-то робот, короче, кибернетический организм. Жесткий. Так, похлопали себя. Топнули ножкой. В бой. Вот он. Ну чё, улечу я в небо или нет? Хитсмэш впустую. Такое творит, что же. Найс. Ну чё, кто в небо-то улетится? Давай! Хорош! Камбули! Очень хорошо! Вот это он дал! А у него броня какая-то была, да? Да я тебя просто запинаю! Классный был матч, да, все, газуем. Фух. Погнали, друзья. Пока мы ходим, расстраиваем школьничков. Черт, что-то я сегодня не в форме. Черт, да. У нас вчера в Dead by Day тоже один заходил, не в форме был. Можно с ним поговорить. Ага. Но мне надо поздороваться с Максом. Может еще кого избить? Хотя не. Он что-то о турнире говорил. Наверное, к нему все-таки лучше. Хочешь принять участие в турнире? Начать турнир? Да, нет, да. Да. Давай, да. Отлично. Думаю, тебя можно уже выпускать на ринг. Так что давай начнем. Ух, я сейчас прям на взводе. Что-то на заводе. Прочитал сначала. Добро пожаловать на первый турнир Гонга с момента запуска Tekken 8. Давайте пошумим, бля. Ладно, за дело, игроки, к автоматам. Нервы на пределе. Лучше постарайся хорошо провести время. У меня нервы вообще как стальные канаты. Так, Tekken Player, Мари. Так. Привет, тебя Макс привел, да? Я Мари. Рада познакомиться. Это твой первый турнир, верно? Понимаю тебя, очень интересно, но при этом как-то не по себе, ага. Ладно, сразимся. Так, ну что же, ладно. О, панду я помню, блин, я не хочу избивать панду, это нечестно. Это нечестно, друзья, зачем панду? Зачем ее бить? О, но никакие они милые. Это очень мило. Да он еще в очках, он еще, наверное, учится. Ты че, блядь?
О нет, меня моя панда подсекла. Нормально. Наваливай их. Хорош. Вот это наваляли панде. Так. Теперь панда меня валяет. Ты не слишком-то? А разошлась-то, блядь. Хорош. Найс. Так, если. Классный был матч. Опять это, блядь, под... Он какой-то поджужило, вам не кажется? Повышение файтер. Я уже файтер, друзья. Так, окей. Остальные тоже продвинулись. Неплохо, неплохо. Так, с Кингом, наконец-то, наконец-то. Мне кажется, Кинг это... Вот Кинг и Шумицу, вот... Ну, но Кинг это как лицо, не знаю, Тейкена, вот честно. Вот этот вот... арестлер, так сказать. Жека, здорово! Ребята, лайкосики заводите! Сейчас тут по Кингу прилетит, я чувствую. Хорош. Хорош, вот это он встал, кстати, нормально, прикольно. Жека, чё, просыпаешься, родной? Ах. Доброму там, ребята. Я уже тут, ну, я не знаю, не сплю. Давай. Блин, попал. Ориджем попал. Ну хотя бы увидим оридж, кстати. Вау. Но. Слушайте, оридж, смотрите, по половину сбою. Никакого рейджа. Я так его повалю. Жека, поздравляю. Слушай, с тобой надо в хант как-нибудь сходить. Потому что хант имеется. Вот, я его установил. Я его удалял, потом установил сейчас опять. Хочу поиграть. Что-то я как вспомнил. Ну, атмосферная игра, надо бы зайти. Ну, планов много, ребят. Время бы на все хватало. Так, ну а что у нас тут? Финал, полуфинал? А, еще полуфинал. Вчера обнова была? Во, это я вовремя скачал. А, против Джун играем. Так, найс. Сейчас, ребята, турик возьмем. Ради вас, ребята. Матч на повышение. Фух. Давно я на джойстике столько не пилил. На геймпадике, так сказать. Попробуйте вкус Кодзимы. Ульту какую-то хотел заюзать. Хорош. Перфект, ребят. Ой, Жека. Хорош. Так, я в магазин за хот-догом засунул. Киосочек. Хорош. Да она против кого вышла-то? Против кого она вышла-то вообще? Она в себе, нет? Ну, такое, друзья. Пипец. Повышение. Я стратегист. Ребята, я стратегист. Тут так и написано. Так, сейчас опять сек. Отвлекся. А что, я уже могу вернуться, да? Ага. Так, что, финал?
Ник мы выигрывали у него, мы уже знаем. Он играл на Стиве, и он ни о чем. Два перфекта было с ним. Ого, тебе удалось добраться до финала. Победа у меня... А, это Ник. Победа у меня в руках. Финалы очень нервные мероприятия, да? Да, да, очень нервные. Я покажу тебе, как это делается, так что смотри и запоминай, как выиграть у Ника. Я запомню это. Так. Паул против Стива. Санктум. Прикольно, что и арены меняются, и персонажи, которые недоступны для выбора, но в аркаде, но типа здесь они доступны. Прокатить тебя. Вот это рубашечка. Так, с мощной атаки нашел. Хорош. Пойдет. Давай, давай дальше. Ну-ка, ну-ка. Хорош. Написали очень хорошо. Вау. Прикольно, арена рушится. Это мое уважение. Адам, здорово! У тебя игра лагает был. У кого лагает? У меня? Хватит тебе. Может, стоим лагаем? И эта игра не может лагать, друзья. А, кстати, пропуск кадров был. Блин, я не заметил. Где у меня лагает? Ничего не лагает. Но они писали в демо-версии в самом начале, что будут какие-нибудь... Какой-нибудь пердеж все равно будет. Типа там могут быть ошибки, вылеты, лаги. Адам, да это не та игра. Это не та игра. Это Tekken 8, ребята. Это демка. Это демо-версия. В Tekken 7, да, я бы Нигана взял. Мы с женой, кстати, посмотрели 11 сезонов ходячих. Вот, посмотрели только. Вот, я до этого как-то, ну, пробовал смотреть. А это с женой посмотрели. Блин, впечатляет, впечатляет. Будем ждать там, там какие-то продолжения мутятся, спин-оффы. Будем еще глядеть. Ничего у меня не лагает. Не надо там. Не надо наговаривать, не надо. Я винер. Я винер. Ниган топ, кстати, в Tekken 7. Согласен, согласен. Мы играли в Tekken 7 с женой. Нигана он непобедим. Реально непобедим. Поздравляем. Ребят, поздравляем. Я поздравляю всех вас, ребят. Всех, всех, всех. Кто наблюдал за невероятным турниром Tekken 8. Поздравляю с победой. Это ведь твой первый турнир. Да, я гений Tekken'а. Невероятно. Сложно поверить, что тебе удалось победить в своем первом турнире. Я сразу проиграл, но это ничего, было весело. Ха-ха-ха. Не могу поверить, что налажал под самый конец. Ник еще покажет себя. Эй, дружище, это ведь ты занял первое место на турнире. Аруте, если не ошибаюсь. Здорово, ты решил поехать в гонг. Я как раз собирался уходить, извините, что так ворвался к вам. Он на стиле. Я надеялся найти достойных соперников, но, похоже, выбрал не то место. Наоборот, к тому же наверняка не узнаешь, пока не сразишься со всеми. Как я уже говорил, я планирую стать лучшим в мире, а для этого нужно участвовать в серьезных турнирах. Но тут одни люди, которые для которых важно только то, как выглядит их персонаж. Клоуны, которые тупо машут руками и ногами, словно им плевать на победу. Или трусы, которые боятся участвовать в поединках
если могут их проиграть. Достойных противников тут нет. Вы тут все лохи. Ты не прав, Tekken каждый играет так, как хочет. И нет никаких настоящих и ненастоящих игроков. Может быть, с кальянчиком кто-то играет, а может быть, кто-то пьяненький под пивас играет. Ты просто ничего не понимаешь. Мы с тобой по-разному смотрим на игру. А вот и нет, мы оба любим Tekken, и оба посвятили ему свою жизнь, а разве нет? Если ты действительно серьезно относишься к Tekken, докажи это. Посмотрим, сможешь ли ты добраться до этапа Tekken World Tour. Там можно и сразиться, но сомневаюсь, что кто-то из вас пройдет достаточно далеко. Погоди, ты хочешь сказать, что все матчи, кроме серьезных, для тебя бессмысленны? Нет, не верю. Если кому-то нравится Tekken, этого достаточно, чтобы они предпочитали играть. Именно так. Мы тоже будем участвовать в турнире Tekken World Tour. Ребята, как мы? Это клуб каких-то детей, я не знаю. Которых вот я такой зумерок стою вот с прической вот этой. Ну это какой-то кошмар. Да, вот это понимаю, да, вот это да. Главный турнир по Tekken'у, чтобы тебя к нему допустили, нужно выиграть отборочный турнир. Знаю, именно поэтому мы будем сражаться с крутыми игроками. Только так мы сможем достичь побед и играть в Tekken. Сейчас мы с этим Арути разберемся. Сейчас его догонят, ему, блядь, по башке надают, блядь, пятером. О, он то этой гитары, ёпта, блядь, возьмут у чела. Благодарим за игру в демо-версию. Вы можете продолжить играть в режиме полной версии. Но она еще, ребят, не вышла. Но было клево. Было клево. Так, бой с призраком, сюжет. Сюжет прошли, аркадный режим прошли. Ну еще против ИИ, наверное, давайте посмотрим. Не, сейчас, погодите, одну секунду. Знаете, как я хотел посмотреть? Жек пишет, давай в другую игру. Попозже, ребят, попозже, сейчас вот это чекну. Игрок против игрока. Я, наверное, знаете, перерыв сделаю после Tekken'а. И позже запущу, и в чем-то поиграем, тоже еще посидим. Нажмите на контроллер, что нажать? А, короче, вот. Это ростер персонажей, короче, что здесь? Мне доступно только за четырех поиграть. Любопытно. Я зашел. Херню какую-то. Отсюда выйти нельзя, кстати. Вот баг. Я не могу выйти. Не работает. Ну и ну, есть фазмофобия. Ну есть я покупал, потом вернул. Я могу еще раз опять купить. Но я как-то не горю желанием туда пойти. Потому что мне что-то я как-то зашел, мне показалось как-то скучновато. Так, ладно, я понял. Смотрите, вот игрок против игрока. Там, если у вас не два геймпада подключено, то может, собственно, забаговаться игра и такое. Дуф, по поводу фазмофобии, ну, ты пишешь один играл. Один, причем еще, ну, как бы я так, это играл, это, наверное, серьезно сказано. На самом деле, как сказать, заходил так чекнуть, посмотреть, что это. Я даже что-то на графон как-то обратил внимание. Мне что-то как-то не зашло. Что-то все ебит, пердит. Я вроде, хотя там все на высоких. Очень странно это выглядело. Как-то фазмофобия, не знаю.
Может, попозже подорбите, я говорю, после перерывчика, там, допустим, сходить, не знаю, в ДБД, в какой-нибудь Пхант, куда занесет, не знаю. Игр установлено, ребят, море вообще, в принципе. Просто море. Жек пишет, я в Хант пойду в пати гонять. Окей. Так, что, все зависло нахрен, да? Я завис? Что-то какие-то проблемы пошли с этим. Не, все нормально, я живой? Да, я живой. Боже мой, там что-то вначале так все залагало, господи. Но она, ребят, это еще все-таки чуть-чуть надо им подделать, доделать. Вырезанная версия. Так, давайте еще немного поиграем. Стрим подвисает. Тут игра так залагала, что и стрим аж подвис. Не знаю почему. Но сейчас все путем. Сейчас все путем. Пропуск кадров нету. Все путем. Так, левая, правая. Опять Twix. Давай за левую. И теперь не по ум сыграем. Джином играли до этого. Хотя мы там с Казуи дрались. Давайте вот именно вот этим. Против... Ну давай на средней, пускай средняя будет. Так. Можно вот тут, вот тут. Любопытно, любопытно. Смотрите, да? Одна карта поделена на два. Стены ломаются. И здесь можно. И вот здесь. Давайте вот тут. Мне нравится. Казуя против Казуи. Понял. Давайте, давайте. Давайте. Казуи на Казуи. Давайте попробуем что-нибудь. Воу, вот это он машет ногами. Вау. Смотрите, я уже превратился в какого-то пса. Вау, перфект. Кстати, три раунда, я смотрю. Хорош. На, с разворота добил. Найс. Стоим вообще вот сейчас не должен подвисать. Нет такого. Я сейчас смотрю на свой стрим. Да вроде как... Не должно. А так чисто запинал. Да не, 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 нет никаких... Нет никаких лагов. Вау. Ну вот этот жесткий. Этот жесткий. Сразу чувствуется вот по игре. Выбор персонажа. Давайте выберем. Чувствуется, чувствуется. Серьезный такой противник. И за него играть приятно. Быстрые атаки, жесткие атаки. Давай Джин против... Вот Пау, которым мы играли. Давай средняя. Так. На разных картах будем играть. Джин против Пауля. Так. Что же нас ждет? Вау. Жека, о чем ты? Какой похмелье? Сегодня вообще суббота. Сегодня вообще стримов не должно быть. Но я просто в любом случае почекал эту игру, поэтому запустил. Но у меня еще будет время. У меня еще будет время, по-моему, свободное. Я, наверное, надо чем-то подрубить. Какую-нибудь игрушку. Поиграть во что-нибудь.
А Жек, похмелья нету, я уже... Ну в этом месяце точно я ничего не пью. Я таблетки пью. Он из поликлиник, блядь, из клиник не вылазил. Вау, олень, видите на фоне олень, блядь. На. Не, на среднем они чё-то как-то слабоваты. В следующий раз на высоком сыграем. Так, выбор персонажа. Давайте чекнем еще Нину. Короче, уже все практически мы посмотрели. Вот остался персонаж один, да? Давай, на высоком. На высоком, наверное, будет сопротивление, будет и блочить, и пинать меня. На низкой и на средней, ну такое. Так, давайте в санктум сходим. Я отдыхаю, ребят, просто отдыхаю, чилю, вот стрим запустил, и сразу как-то чильно, благородно. Что-то подвисает вот иногда. А, здесь текстуры долго прогружаются. Странно это. Я заметил, кстати, в бетках такую... И в демках такую вещь. Сейчас я научусь за нее играть. Что мы, допустим, не можем отключить там сглаживание. Или как я не мог в The Finals в бетке отключить лучи у карты. Вообще никак не мог. А сглаживание мог только там менять, что влияло на фэпсы. Здесь тоже что-то я глянул так мельком, так и не понял. Можно выключить, нельзя. Поставил DLSS, что-то как так себе. Пришлось FSR включать. Короче, это демка для того, чтобы, как вам сказать... Вау, вот это забили. Чтобы разработчики больше собирали информацию и отзывов о проекте. Поэтому иногда и тормоза какие-то имеются. Ну, зато как бы халява, ребят. Зато как бы халява. Так, раунд 1, давай. Нормально. Так. Она жесткая. Я вообще не даю расслабиться. И она глушит оппонентов. Ничего так. Прикольно. Прикольно. Погнулся. Красиво, красиво, друзья, красиво. Просто... Оу. А в кроватку еще не пора, она спрашивает. Любопытно. Любопытно. Жестит, жестит. Так, что еще здесь чекнуть? Бой с призраком. Сражайтесь с призраками, управляемыми современным ИИ, который копирует ваш стиль и стили других игроков. Любопытно. Что еще тут есть? Ну... Да, Магас. Игра не в сети. Бой с призраком, поединок. Режим недоступен, да. Аркадный, тренировка, тейкенбол. Игра в сети. Ранговые, неранговые. Прикольно, прикольно. Персонализация недоступна в демке. Прикольно, что можно будет переодевать там персонаж. Но это и в Tekken 7 было. И повторы. Повторы. Ну, клево. Не, ребят. Я бы посоветовал, пока есть демка, вот, допустим, у Рыбакопа была демка, да, я ее чекнул, но
Сейчас, допустим, ее нет. Ее нету. Вот. Посмотреть, подходит ли она под ваши системные требования, как вообще игра. Я лично вот подзалип на какое-то время. Я вот сейчас посидел, почилил. Почти 2 часа для меня пролетели, а ребят незаметно. То что... Но цена как бы, цена, да? Я представляю, сколько она на консолях стоит, но в Steam, сейчас я вам сразу скажу, сколько она стоит. Может быть, вы где-то на каких-нибудь сайтах найдете дешевле. Ну, знаете, есть и предзаказы, как бы, и магазин ключей никто не отменял. Так, вот я сейчас зайду в Steam, написал. Peggy. Да-да-да, Tekken 8. Кстати, до выхода осталось этой игры приблизительно 4 недели, написано. Ребят, да она через месяц выйдет. 26 января 2024 года. И смотрите, предзаказ ее стоит 4199 рублей. Ну, дороговато, цена, мне кажется, кусается. Хотя я сейчас увижу, если ценник на консоль, наверное, я упаду в обморок. Причем, Deluxe Edition 5999. И предзаказ Ultimate Edition 6500 рублей. 6599. Это, считай, 6600 за Ultimate Edition. Пипец. Пипец. Ох, ребята, ребята. По системкам пишут, что 1050 Ti подходит. Минимальное требование. Поэтому я говорю, она... У меня она точно лагать. Как... Может, стоим немного подлагивал. И бывали вот эти долгие какие-то загрузки. Но, ребят, ну, пока... Пока не знаю. Может, нет какой-то оптимизации. Может, шейдеров или еще чего-то. Peggy says. Оперативная память 8 гигов. Так. Сейчас, 5 секунд я подключу тут. Рекомендуемая 16, у меня 32. И вообще видеокарту RTX 2070 рекомендуют. Весит она 100 гигов. Интересно, а сколько демка весит? Сейчас я вам скажу. Качать вам, не качать ее. А, я что-то маханул, кстати, что она там много весит. Установленные файлы весят 27,5 гигов. 27,64. 27,5 это немного, ребята. Это немного, друзья. Я бы советовал. Я бы советовал поставить. Я бы советовал поставить, провести какое-то время, чекнуть. Самому вообще играется очень приятно. Очень приятно. Особенно вот этот комбухи. Особый стиль, когда включаешь, и у тебя комбо летят сами. То есть ты особо ничего не нажимаешь. И вот у меня из установленных файтингов сейчас вот Tekken установлен. И, блин, сейчас я еще посмотрю, какие у меня есть. А, ну еще у меня Mortal Kombat X установлен. Не знаю, я бы с удовольствием и в Tekken погонял, и как бы и вполне себе, и Mortal Kombat. Вот эти игры детства, как мне кажется, прям прямо-таки, прямо. Я получил удовольствие. Я получил удовольствие от этого. Так, ребят, ну что, не буду так болтать много. Качайте. Бесплатно. Халява. Вот. Демочку хотя бы чекните. Так, положу геймпад. Что ж, ребят, давайте попозже, может, запущусь. Пишите в Дискорде, может, напишите, какую игру вы ждете. Ну, я думаю, там, скорее всего, за Dead by Daylight будут топить. Вот. Пишите, что можно в субботу постримить для вас. Вот, я буду рад, если вы пойдете. Так, вон, Жек уже пишет, Хан ждем. Ну, вот в Дискорд пиши, Хан жду. В чате прям пишите. В чате пишите, что вы хотите сыгануть. Алкастрим, да не могу я. Давно его не было, этого алкастрима. Блин, печально. Все здоровье подводит. Ай, ну хан, почему бы нет даже. Ну поглядим, поглядим. Так, ребят, прервусь пока, да. Скоро буду, надеюсь я буду. Вот. Все, ребят, кто не подписан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И, собственно, что же. Все, ребята, удачи вам, всех благ, увидимся.